На площадке по пляжным видам спорта горячо не по-детски, и не только из-за жаркой погоды. В турнире по пляжному футболу схлестнулись 4 сборные команды – Брестского района, Ленинского и Московского районов Бреста, а также команда сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних УВД Брестского облсполкома. Акция «Полезные каникулы» в самом разгаре. Работая совместно, мы можем привлечь молодежь для занятия спортом, для того, чтобы они находили какие-то другие хорошие методы и воспитания и так далее. Здоровый образ жизни, он полезен в любом возрасте. А общество «Динамо» старается приобщить именно молодое поколение к занятиям спорта. Это решение тех задач, которые поставлены перед обществом. 3 команды из 4 не совсем обычные. На поле вышли подростки, состоящие на различных видах учета. Таких ребят в народе называют трудными. Участие в турнире – хорошая возможность встретиться с сотрудниками внутренних дел в неформальной обстановке. Не случайно турнир прошел в профессиональный праздник – День работников инспекции по делам несовершеннолетних. Такие общепрофилактические мероприятия вызывают определенный интерес у несовершеннолетних, особенно когда спортивные те же соревнования связаны с конкуренцией на футбольном поле или каком-то ином виде спорта с участковыми инспекторами по делам несовершеннолетних, с которыми, к сожалению, в повседневной деятельности приходится встречаться, наверное, в менее, скажем так, приятной обстановке и атмосфере. По результатам турнира 3-е место досталось команде Московского района Бреста, 2-е у ленинцев. Победу праздновали юные футболисты Брестского района. Думали, соперник будет потяжелее, чем как был. Оказалось, он намного легче. И играли уже, когда забили 3 гола, в свое удовольствие просто. Смотрим, там вот старшие милиции, они тоже очень неплохо играют. Им с ними, чтобы выиграть, надо тоже попотеть, так скажем. И смотрим, что у них там получается. Учимся тоже. Тренируемся все время. Турнир по пляжному футболу в Бресте проходит во 2-й раз. Спортивные соревнования как метод неформального общения идут на пользу не только подросткам, но и сотрудникам инспекции. Это там не новейший формат проведения мероприятий. Скажем, в каждом регионе такие мероприятия проводят. Проводятся они, может, где-то на улице, либо это пляжный волейбол, либо различные лекции и беседы. То есть мы хотим летом занять молодежь и именно данную категорию молодежи различными формами занятости, потому что работать с ними необходимо, с ними нужно общаться, их нужно понимать, их нужно слышать. И здесь, непосредственно в таких мероприятиях, мы получаем обратную связь и вот этот гештальт. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.